В Карачаево-Черкесии продолжаются декады национальных литератур. На этот раз читальный зал Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамукова стал площадкой для показа культурного наследия черкесского народа. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В этой небольшой сцене артистов Национального театра имени Мухарбека Акова частичка традиций, о которых писал в своем произведении «Белла» классик отечественной литературы XIX века Михаил Лермонтов. Понятно, что собрать в одном месте все культурное наследие даже одного народа невозможно. Однако на некоторое время представляющие его виды искусства стали экспонатами национальных литературных вечеров, проходящих в эти дни в честь столетия Карачаево-Черкесии в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Одно из основных направлений в деятельности черкесского театра – это все-таки сохранение художественного черкесского языка. И в связи с этим я хочу отметить, что интерес к театру помолодел. Мы сейчас можем привлечь больше молодежи, молодежь более заинтересована, и это не может не радовать. Сегодня немало говорится о том, что подрастающему поколению не прививается любовь к национальной литературе, о традициях своего народа молодые люди мало что знают. Однако при виде выступлений этих юношей и девушек за самобытное будущее чуть меньше беспокойства. Проведение декад подходит к финишу. Только что провели мы декады литератур народов четырех этносов. Сегодня мы проводим декаду литературы культуры черкесского народа. Примечательно, как было здесь отмечено, это событие проходит накануне столетия Карачаево-Черкесии, столетия нашей государственной национальной библиотеки. Для этой цели мы много сделали, чтобы встретить достойно эти два юбилея. Как верно подметили гости и участники литературного вечера, необходимо сохранять и продолжать развивать все направления культурного наследия и рассказывать о достижениях народов Карачаево-Черкесии в различных сферах деятельности на наглядных примерах. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.